very good beginning and better and better. Why? I don't know. It's been my season, really. It's been up and down, so we're trying and we're battling, but we're struggling with the setup, I think, to be honest, but we're getting there. What do you think about our track? I find it pretty difficult, to be honest. The home team are pretty fast here, so it's hard to get points, but we found not a bad setup in the end, and I actually started to enjoy it, but it was good fun. Congratulations. Australian Thank you. Udało się. No cieszymy się, bo Łotwa to zawsze trudny teren. Tym bardziej takie zwycięstwo nas cieszy. Dziękuję Nikołajowi za wspaniały mecz, bo mecz był na pewno dobry. Mógł się podobać kibicom. Także no, co mogę więcej powiedzieć? No, my się bardzo cieszymy, bo wywieźć dwa punkty z wyjazdu, tym bardziej z wyjazdu tutaj na Łotwę, jest bardzo trudno. Tak. No, mamy to szczęście, że u nas wszyscy punktują i nawet gdzieś tam, jak któryś zawodnik gdzieś tam ma potknięcie jakieś, to pozostali dokładają punkty. Także no, myślę, że jest to siła naszej drużyny. Dziękuję bardzo. Mikołaj, niemożliwe komanda projechała inaczej. Ну, скажем, наверное, не иначе. Все старались, ехали как могли, просто действительно сильный соперник приехал, они непростые ребята, они коллектив, который ну, друг друга заменяют, правильно тренер сказал, что они один может не подвести, но другой подвозит очки, то есть все ровно команда, и они подъезжали к этим номинованным бегам, у них было еще выбрать было уже, но как бы поровну у всех очков было, можно было скомбинировать, ну правильно скомбинировали. Спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Нас немножко юниоры сегодня завезли, как говорится. Боевой мотоцикл Михайлова заклинил, так может быть что-то было бы лучше. Вот. Но они сегодня были сильнее. Поздравляю. Была такая надежда на победу? Ну, конечно, надежда была. Вроде тактически все правильно, пары были составлены, но, скажем так, у них получился лучший старт, они уехали, но... Ничего не появилось, опять же, спорт. Будем готовиться. Все лучше. Мы расстроены, наверное, поражением. У тебя лучше получается? Ну, с каждой гонкой все лучше. Вкатываюсь в трек. Мотоциклы настраиваю лучше. Как-то все идет, работаем над собой. И идем вперед, приносит результаты. Тьфу, чтобы шло то дальше. Так. Я думаю, это правильный путь. У тебя какой-то интересный акцент появился. Владивостоковский. Нет, просто я живу. Просто я живу постоянно в Польше, наверное, из-за этого я сам-то не слышу этого.